дал взятку дорожному полицейскому и получил год колонии общего режима. Приговор огласили сегодня в Московском районном суде. Фабула истории такова. Весной этого года инспектор ДПС остановил машину Сардора Кадирова. Предложил подышать в трубочку. Результат показал изрядную степень опьянения. Тогда водитель решил урегулировать вопрос на месте и предложил полицейскому деньги – 14 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокола. Сотрудник ГИБДД ответил решительным отказом. Результатом попытки дачи взятки стало уголовное дело по 291 статье. На свободе автолюбитель Кадиров окажется через год. За руль сможет сесть не раньше, чем через 2 года. Водительское удостоверение его лишили за нетрезвую езду.